Сегодня произошло очень важное событие. Вот мои молодые коллеги Катя и Женя стали лауреатами такой важной премии «Дебют». То есть хороший такой зачин сделал. Дебют – это начало всего. Они выбрали профессию, которая она очень сложная. Я вот немножко перефразирую Маяковского и скажу, что журналистика – та же добыча радио. Гран добычи – годы труды. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. Ну, как известно, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Но мы делаем, должны делать свое дело. А дело очень важное, очень серьезное. Военное телевидение – это сегодня находится на острие идеологической борьбы в сфере смыслов, в первую очередь, как бы относящейся к национальной безопасности, к военной истории, нашему государственному строю, нашей государственности. И слава Богу, что достаточно хороший продукт мы делаем, он пользуется популярностью, он пользуется уважением, находит отклик у своих зрителей. А это самое важное, потому что Родина у нас одна, и если на нашей волне, особенно молодые люди, те, кто служит в армии, а наш контент в основном предназначен для молодых людей, это очень важно. Ну, и я думаю, что вот у ребят успех с дебюта рано или поздно дорастет до золотого пера.